Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Здесь есть все, что вы ищете о знаменитых турках. Demet Özdemir часто обсуждается как с личной жизнью, так и с карьерой. Особенно за ее романом с Джаном Яманом с большим интересом следят как ее поклонники, так и средства массовой информации. Отношения этих двоих достигли романтического измерения, возникшие в результате дружбы, которая началась в сериале «Даян Юрегим» в 2021 году. Однако в последнее время на повестке дня оказались попытки Demet Özdemir выйти замуж за Джана Ямана. Отношения Demet Özdemir и Джана Ямана поначалу были очень страстными и захватывающими. Однако плотный рабочий график дуэта и участие в отдельных проектах привели к тому, что их отношения вступили в сложный период. В то время как Demet Özdemir прилагала все усилия, чтобы сохранить их отношения, желание Ямана сосредоточиться на своей карьере время от времени усиливало напряжение между ними. Последние шаги Demet на пути к осуществлению своей мечты выйти замуж за Джана удивили ее поклонников и мир средств массовой информации. Особенно заявления, которые они сделали о будущем своих отношений, и их искреннее отношение к мероприятиям, которые они посетили, еще больше поставили на повестку дня возможность брака между ними. В интервью, которое она посетила некоторое время назад, Demet Özdemir выразила свою преданность Джану Яману и желание строить с ним будущее. «Джан занимает особое место в моей жизни. Общение с ним многое мне дает. Я хочу жениться, но не знаю, как подойти к нему в этом процессе», — сказал он. Эти заявления показывают, что Demet серьезно относится к своим отношениям с Джаном Яманом и положительно относится к идее брака. Тот факт, что Özdemir так открыто выражает свои чувства, также показывает глубину любви пары. Невероятные усилия Demet считаются важными шагами, предпринятыми для того, чтобы вывести ее отношения с Яманом на новый уровень. Demet Özdemir прилагает невероятные усилия для достижения своей мечты выйти замуж за Джана Ямана. Особо примечательно, что Яман разработал различные стратегии, чтобы не отставать от своей напряженной жизни. Недавно дуэт попытался возобновить свои отношения, отправившись вместе в отпуск. Özdemir встретился с семьей Джана во время этого отпуска и постарался установить с ними более тесную связь. Откровенные фотографии, сделанные во время праздника, получили высокую оценку ее поклонников. Этот период времени, который Özdemir провел с семьей Ямана, помог укрепить связь между ними. «Собраться вместе как семья было очень важно для меня. Наладить отношения с семьей Джана – это большой шаг для будущего наших отношений», – сказал он, заявив, насколько ценным был для него этот опыт. Желание Demet Özdemir выйти замуж за Джана Ямана и шаги, которые она предприняла в этом направлении, также нашли широкий резонанс в социальных сетях. Поклонники особенно спросили его о праздновании и сюрпризе, который он устроил в день рождения Ямана. Это первый шаг к браку. Это было истолковано как: Demet еще раз доказала свою преданность Джану, организовав специальную вечеринку, чтобы показать свою любовь к нему. Özdemir сказал: «У меня есть несколько планов относительно того, каким будет предложение руки и сердца. Но все зависят от настроения Джана. У него все развивается естественно», — сказал он, выражая свои мысли о браке. Хотя эта ситуация вызвала любопытство и волнение среди поклонников, она также породила новое предположение о будущем дуэта. За планами бракосочетания Demet Özdemir и Джана Ямана с большим интересом следят пользователи социальных сетей. Поклонники говорят, эта пара должна пожениться, основываясь на их любящих словах и постах. Он комментирует это следующим образом: «Особенно эмоциональные моменты, которыми Demet поделилась с Джаном, и фотографии, сделанные в отпуске, были встречены комментариями ее подписчиков, их отношения очень крепкие». Помимо поклонников, дуэт поддержали и известные имена. Многие знаменитости поделились своими пожеланиями счастья Demet и Джану в социальных сетях. Эта поддержка также показывает, насколько ценны невероятные усилия Demet.
В результате желания Диметы Аздемир выйти замуж за Джана Ямана и шаги, которые она предприняла в этом направлении, похоже, еще больше углубили любовь пары. Невероятные усилия Димет оказывают большое влияние не только на ее отношения с Яманом, но и на ее карьеру. Хотя трудно сказать что-либо определенное о будущем отношении Аздемира и Ямана, их поклонники и последователи с нетерпением ждут счастливого будущего дуэта. Дуэт укрепляет свою любовь друг к другу, используя в этом процессе каждое мгновение, которое они проводят вместе. Решительность и настойчивость Димет в замужестве с Джаном Яманом высоко оценены ее поклонниками. Кажется, дуэт полон решимости сохранить эти отношения и развивать их дальше. Мы с нетерпением ждем того, что произойдет в будущем. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.